На Gambutex Acer представила аж две 5-дюймовых модели смартфонов под управлением Android. Они обе очень похожи, выглядят примерно одинаково, задние крышки у них практически идентичны. Одна из них называется E700, а другая E600. E700 предназначена, как говорится, для путешественников. Здесь очень емкая батарея на 3500 мАч. И кроме того, интересно, что модель, которая поддерживает LTE, оснащена аж тремя слотами под сим-карты. Все сим-карты полноразмерные, плюс есть еще слот для карт microSD. А это E600. У этой модели только две сим-карты и один слот для карт microSD. И аккумулятор меньшей емкости, какой именно не сказано. Но из-за этого модель E600 стоит на 1000 рублей дешевле, чем модель E700. E700 стоит 12 тысяч рублей, а это только 11. Обе модели оснащены 5-дюймовым экраном с разрешением 1280 на 720 точек. Оба гаджета появятся в продаже в августе. Кроме того, эти модели объединяет то, что у них обеих есть специальная кнопка Acer Rabbit, с помощью которой можно вызывать различные функции от запуска камеры до включения или выключения аппарата. Она настраиваемая.